Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Всех вас приветствую, всех обнял. В прошлый раз у меня тернешки не отнерестились. Я их отсадил. И чтобы вода лишний раз не пропадала, посадил самочку мшистого барбуса и самца суматрануса. И одну пару огненных барбусов. Вроде они начали тут ухаживать друг за другом. Вот буквально полтора часа назад посадил. Ну, до утра глянем, дам вам ответ. Тернешек я отсадил. Ну, вроде они нормальные, готовые, но что-то не хотят. Вот видите, кусатенькие. В прошлый раз я их сцеживал, думал, закистовались. Вот. В этот раз опять же они не отнерестились. Не знаю почему. Потом, помните, я вам видео снял, как очистить воду от мути и от зеленой вот этой, от позеленения. И я вот, помните, купил коряги. Я как установил сюда коряги, вода начала краситься, приобретать такой коричневатый цвет. Ну и решил попробовать. Представляете, она и от нее помогает. Вот видите, сколько себя берет. И вода не такая уж коричневая. Ну, есть чуть-чуть такой слабый оттенок. Есть чуть-чуть поболее, но тоже очищает. Короче, помогает, походу, эта салфетка с микрофиброй. Вообще от любой мути, от любых мелких частиц. Так что пользуйтесь, друзья. Ну и самое главное, ко мне опять пришла посылка. Посылка пришла от Данияра. Данияр, большой-большой рахмет тебе. Как всегда, вручаешь. Вот, одну я уже опустошил. Начнем вот. Вот, мясо Артеми, 500-граммовые пластины такие. Видите, аж свежая какая Артемия. Для взрослой рыбы, для цихлит, для там всяких хищников. Очень питательный. Потом, также тут те 500-граммовые, эти 100-граммовые мясо Артемии. Видите, все, 2,5 дня ехало, ничего не разморозилось. Тут тоже сборная, тут Артемия, Дафния, Циклоп в этой коробке. И этот, он мне дал на пробу, попробуй, я просто о нем не слышал. Стрептоцефал какой-то. Ну, попробуем ее. Тоже покормим рыбок. Посмотрим. Ну, еще раз, Данияр, тебе большое-большое спасибо. Друзья, этот, кстати, не кормите своих рыбок сухими кормами, а кормите вот такими заморозками. Живым аулафорусом. Живой артемией. И будут у вас рыбки здоровые. Так, так, о чем я еще хотел сказать. А, кстати, я забыл. В прошлом видео, извините за бардак, в прошлом видео вам сказать, что я все-таки реализовал этих Данию. Видите, в пустые. Ну, тут, в общем, в двух где-то 100-150 штук где-то, наверное, осталось. 600 штук уехало в город Атрау. Очень переживал. Все доехали живо, живы. Взял их Бахтияр. Ну, все нормально доехало. Все, можно работать. Канал туда налажен. Ну все, на этом все. Всем удачи и успехов. Не болейте. До встречи.